Новости. 20 октября. В студии с новостями Андрей Юлиан. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Шотландия стремится к независимости от Англии. Россиянка установила мировой рекорд по велоспорту. Священник номинирован на Нобелевскую премию мира. Кто из великих людей родился в этот день, а также о праздниках и больших событиях дня вы узнаете в рубрике «День в истории». Теперь подробно об этих и других новостях. Первый шотландский министр Никола Стёрджен сообщила, что регион должен будет стремиться к независимости, если правительство Соединенного Королевства не будет считаться с мнением Эдинбурга о финансовой политике. По словам министра, она уважает результаты проведенного референдума и решение оставаться в составе Великобритании, но не может быть довольной политикой Лондона. В частности, она подвергла критике использования правительственным блоком мер довольно сильной экономии. Известно, что прошлой осенью в Шотландии состоялся референдум об отделении от Соединенного Королевства. Однако тогда более 55% населения захотели остаться в составе страны. Россиянка Анастасия Войнова взяла золото в гите на 500 метров на проходящей в Швейцарии чемпионате Европы по велоспорту на треке. Войнова показала результат 32,79 секунды, установив новый мировой рекорд. Прежней рекордсменкой была австралийка Анна Мирс, результат которой был зарегистрирован 2 года назад. Преподобный Муси Зирай из Эритреи был номинирован на Нобелевскую премию мира в 2015 году за помощь в спасении жизни нескольких тысяч мигрантов. 40-летний католический священник, в настоящее время проживающий в Швейцарии, принимает звонки от беженцев, затерявшихся в море или посреди пустыни. Зирай передает их GPS-координаты береговой охране или представителям военно-морских сил, которые проводят спасательные операции на основании полученных данных. По словам Зирай, он сам был беженцем, когда в 17 лет оказался в Италии. Воспоминания о трудностях, которые священник пережил в те времена, сподвигли его к участию в кампаниях по защите прав беженцев. С помощью благотворительного фонда Agencia Abishia, основанного преподобным в 2006 году, Зирай удалось спасти жизни тысяч беженцев в Северной Африке. Радио «Вектор» поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 20 октября в 1632 году родился Кристофер Рен, английский архитектор и математик, который перестроил центр Лондона после Великого пожара, а также построил более полусотни церквей, включая знаменитый собор Святого Павла. Рен стал одним из основателей Лондонского королевского общества и его президентом. В этот же день, в 1891 году, родился Джеймс Чедвик, английский физик, известный за открытие нейтрона и фотоядерной реакции. В 1907 году родился Александр Апситис, латышский радиоинженер и основатель завода радиотехника, который изобрел радиоприемники Тонмей Старс и Рига Т-755. 20 октября проходит Международный день повара. ООН отмечает Всемирный день статистики, а Россия – День военного связиста. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на канале YouTube, а также в популярных социальных сетях. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго. До свидания.